Всем привет, вы на канале Вероники Ивановой. Сегодня мы готовим треугольники из лаваша в сэндвичнице. Для приготовления нам понадобится сливочное масло, сыр, 2 яйца, зелень, майонез, капуста, горчица, сосиски, лаваш и молоко. Мы уже натерли сыр, и к сыру мы разбиваем 2 яйца. Перемешиваем. Сосиски мы мелко нарезали, отправляем в массу. Далее добавим приправы. Это белый перец и немного сладкой паприки. Мы нашу смесь уже перемешали, добавляем нарезанную пекинскую капусту. Следующий шаг – это добавление зелени. Мы используем петрушку и укроп. Заправим майонезом и горчицей. И самым последним мы наливаем немножко молока. Начинаем собирать наши треугольники. На одну форму мы растапливаем сливочное масло. Поверх масла кладем лаваш. И в серединку выкладываем начинку. Закрываем сверху. Дальше крышку. Вот так у нас получается. Лаваш получается хрустящим. Вот что у нас получилось. Вы были на канале Вероники Ивановой. Подписывайтесь. Всем пока!